Краснодаре тысячи человек собрались на городской площади. Несмотря на дождь, расходиться люди не торопились. Кто-то устраивал народные гуляния, кто-то наблюдал за выступлениями творческих коллективов. Всех собравшихся с праздником поздравили глава региона Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко. Россия – это мы. Это мы с вами. Это наши дети, внуки, последующие поколения, которые будут после нас. Это тоже наша Россия. Мы, именно мы, ее гордость и величие. Именно нам ее делать сильной, крепкой, мощной. Еще раз повторюсь, именно нам, в том числе вам, стоящим на этой площади. Кубань была, есть и будет опорой великой державы, нашей великой державы под названием Россия. И что бы кто ни говорил, кто бы что ни думал, мы должны брать и делать. Мы должны созидать, строить, развивать. Это ваша страна, это ваша Кубань, это ваша земля. И никому ее не отдайте. Сегодня Россия – это крупнейшая мировая держава с тысячелетней историей, уникальным культурным наследием. Мы гордимся сегодняшними достижениями нашей страны. Только вместе нам под силу реализация любых самых амбициозных проектов. Также по традиции в этот день свои первые паспорта получили юноши и девушки, которым исполнилось 14 лет. Документы молодые люди получили прямо на сцене лично из рук губернатора.